Посмотрите, какое небо. Ой, как красиво. Где-то такой ливень, наверное, идет. Боня, я не мешаю тебе. Он вообще, он уже был у озера, он уже вернулся. Пошли к озеру, Бонечка. Идем, алло. Вот что значит свобода, девочки и мальчики. Вот свобода выглядит приблизительно так. Эксайгак. Пошли. Идем, идем, идем. Не стесняемся, проходим. Слушайте, я жду на выборы. Там еще меня не было. Идем мы с Робертом на выборы 9 сентября в Швеции выборы. Дело в том, что мне тоже предоставилась эта уникальная возможность поголосовать и проголосовать. Но так как я не... Я пока еще не гражданочка Швеции. У меня постоянный вид на жительство. Ну, с этим можно всю жизнь жить здесь. Вот. Но у меня все равно есть право голоса. Но не за все. Вот, например, в парламентские... мне, короче, я не буду голосовать за парламентские кандидатов. Вот этого лишили меня. За кого я буду голосовать? Нам уже пришли приглашения, но они давно пришли. За кого я буду голосовать? Это за коммуну, ну вот наша коммуна, да, кандидаты там. Я вообще в этом ничем не разбираюсь. За кого? Боже, вы видели, что творит? За кого муж мне скажет, там галочку и поставлю. Я в политику не лезу, и оно мне вообще не интересно. Уточек, смотри, сколько уточек. И какие-то там кандидаты что-то по Стокгольму тоже. Ну, короче, за местные. А вот за парламентские, это вот эти вот партии, то я не буду голосовать. Ну, я как-то переживу этот момент. Ничего страшного, боже, какие они красивые, Тита, Бони. Как здесь классно, ребята, как здесь классно. А я сумбурна, то про выборы, то про уточек, то про Бони. Ну, я вся такая, в этом все я. Ля-ля-ля. Бони, алло. Ну, ты же упадешь сейчас, ну, там мелко. И он плавать умеет у меня, слава богу. Уже я как-то не сильно и боюсь. О, я как-то про змей не подумала. Ой, блин, они что тоже есть. Ну, я так буду на этом, на мостике стоять. Боня, Боня, иди сюда, иди сюда. Слушайте, они что тоже есть. Ой, зачем вот эта мысль такая пришла в голову? Такое было настроение было хорошее. Зачем вот это об этом думать, да? Бонечка, иди на открытую поверхность. Слушайте, никого. А сегодня вообще что-то странное. Мы пока ехали, вообще людей нет на улице. В школе пустота, тишина. Но там уроки начались, потому что дети шумели. Но здесь я просто вообще балдею. Отдыхаю душой и тел. Траву жрет. Ну вот сколько можно уже, а? Боня, не ешь, пожалуйста, травку. А ему так вкусно. Не, ну выдержать это можно? Ты прям как козел, Бонечка. А я на него камеру навела, а сама по сторонам. Чтоб не дай бог никакой змеи. Господи. Какую они функцию несут в природе? Ну какую-то же несут. Те там тех съедают, те там тех, те чистят озера, там кто-то. Вот какую функцию вот эта змея несет здесь? Надо посмотреть в интернете. Боня, харе, ты шо? Хватит. Какие цветочки красивенькие. Бонечка. Трава, боже, как черт. Зарос так сильно уже. Я уже пока не буду его стричь. Он в основном у нас на лето стриженный. А сейчас такое там
писюн, попу, ногти, челочку. Но все равно ухаживаем, конечно, за ним. Но уже прям машинкой так выстригать я его не буду, наверное. Посмотрим. А если опять жара придет, то подстригу. Вот ему тут нравится. Ой, тут нравится. Так кому тут не понравится, слушайте. Ветерок, я не знаю, задувает там в этот микрофон или нет. Наслаждайтесь, мои хорошие. Я не знаю, но вот оно все-таки, когда видео смотришь, оно не так, когда ты в реальности. Просто шикардос. Шикардос. Стараюсь так аккуратно камеру вести. Меня Роберт тоже ругает. Зачем ты так трясешь? Мы с ним на телевизоре, на огромном, на этом, на плазме смотрим. Иногда мои ролики. И я сама даже нервничаю. Говорю, блин, аж в глазах рябит. Зачем я так трушу? Она говорит, я тебя тоже хотел спросить. Бонечка, ну что, поехали помаленьку. А, ему только фас, скажи, гля. Подожди, дай спуститься. Боже мой. Выперлась. Хоть бы не упасть. Пошли. Песочек, так хорошо. Я с пакетиком на всякий случай. Подожди, подожди. Ой, ребят, сейчас я вам покажу теплицу. Ну, она как теплица выглядит, но там... Цветы. Это во дворе у людей. Ой, как красиво. Мой козел Йорк. Боня! Бонечка! Enough! Абастанца! Короче, сейчас покажу вам, ребяточки. Фух, бежала за ним. Ребят, смотрите, какой дом интересный. Построен. А вот это теплица. Я даже не знаю, что это. Зимний сад, наверное. Смотрите, как красиво. Так уютно. Там столик, стульчики. Как уютно. Очень красиво. А вот это впереди тоже новое здание построенное. Смотрите. Я даже не представляю, сколько они тут стоят. На озере прям. Не знаю. Красивый, хороший район. Очень хороший район. Посмотрите, какие... Как это? Плетень. Тень на плетень. Здесь очень классно. А там огромный пудель. Как он его не увидел, я не знаю. А вам его видно? Наверное, не видно. Классное место, обалденное место просто. Замер. Иди сюда! Бонечка! Вы видели, как я бежала за ним? Спринт. Стой, говорю! Да, имел он меня в виду. Так, ребята, побежала я опять. Мне полезно побегать. Пока бежала. Смотрите, здесь еще тоже так красиво у них летняя площадочка. Там позагорать можно, шезлонги, цветочки. Очень уютненько. А этот, смотрите, он вообще меня не слушается. Вообще, совершенно. Ну, теперь я точно побежала, ребяточки. С любовью. А здесь, смотрите, ребятки, как красиво камни. Выложили. Травочка такая пушистая. И подъезд к дому. Какие горшки шикарные. Ой, обалдеть. Обалдеть просто. Какие дома. В каком месте шикарном. Да ты шо вообще. А ну стой. А ну стой. Уже на руки его взяла. Это же нереально просто. Негодяй. Вот видите, развешаны такие плакаты, за кого голосовать? Коммунал род.
Вот это та, которая в коммуну, в эту коммуну будет баллотироваться, баллотируется. Вот это за такое я могу голосом. За коммуну. Все. Тяжелый. Девчонки и мальчишки, кто помнит, как мы с вами вместе засаливали помидорчики? Ребята, какая это вкуснятина! Это уже третью банку мы съедаем, думаю, хоть покажу вам. Слушайте, значит, им надо вот до полного прям созревания месяц. Они, конечно, еще дольше будут стоять, они будут еще вкуснее. Но какая это вкуснотень, ребяточки! Это просто непередаваемое. Они такие вкусные, мягенькие, созревшие. Ой, ну вообще, ну просто. Ой, не могу. Ой, а сочные. Ребята, как это вкусно. Я еще хочу сделать. Бочковые, самые настоящие бочковые помидорки. Вкуснотень невероятная. Рекомендую. Ребята, мой рецепт вот прям идеальный. Я ссылочку вставлю на это видео. Это просто вкуснотища.